Здравствуйте, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fear, и мы продолжаем играть в цивилизацию. Просто записываю уже третий ролик подряд, уже даже язык заговаривается. Так, тут Канди все на нас прут, да? Подходите поближе, чего вы не стесняетесь. Они хотят, чтобы мы вышли, наверное. Но можно рискнуть, в принципе, чего бы и нет. Они поймут, наверное, что так делать больше не стоит. А опыт лишним не будет. Так, здесь у нас пока все тихо, мирно. От Москвы мы отбили нападение. Он нам дает строителей. Спасибо. Что я могу сказать? Давай-ка вот сюда. Ну, хотя нет, давайте вернемся обратно. У нас столько необработанных территорий по-хорошему. Так, ты у нас пойдешь вот сюда. Нам надо тут все восстанавливать. А ты возвращайся в Москву и лечись. А мы пока продолжим. Они не угомонятся все никак, да? Так. Этот юнит нам надо уводить. Они уже катапульты сюда приволокли. Ну, молодцы, ребят, молодцы. Давай вот сюда прям уходи. Ну давай, ладно. Они у нас разграбили. Помните, один... Наш, как он называется, господи, забыл, торговый путь, вот. А мы у них забрали строителей, так что, можно сказать, в расчете. В Пекине, ты стой, отдыхай. Ты лечись, а ты давай как-нибудь потихо грусти вот сюда беги. Так, в Казани у нас развлекательный комплекс построен. Довольство у них нифига не лучше, да? Одно из трех требуемых. Ну давайте сделаем еще. А не то восстания нам не нужны. Недостаточно жилья. Где именно? Нет, не здесь. В Твери недостаточно жилья. А у нас строится развлекательный комплекс, да? Ну, а мы ничего построить-то здесь не можем другого. Мастерская нам ничего не даст. Смысл менять нету ничего, да? Нужна пища. У вас здесь еды, по идее, много же было. Излишки, излишки, излишки. Так... Давай с производства снимем, поставим на еду. Все равно излишки не идут, да?
Золото пока не знаю куда. Надо тут что-то делать с едой. Ладно, будем решать проблемы по мере поступления, правильно? Сейчас нам надо восстановить наши разрушенные. Все, что у нас горит. Право прохода. Давай без права прохода. А если 10? А у тебя ничего и нет, да, толком? Ну, давай за 5, ладно. Этот юнит у нас оборону тут держит, дай божи, по идее. Главное, чтобы никто больше не нападал. В Соликамске у нас только недостаточно жилья. Давайте корабль вот сюда куда-нибудь переставим, наверное, в следующем ходу, или в этом еще, в этом. Куда-нибудь вот сюда, наверное. Нет, даже вот сюда. Надо вот здесь еще территорию просто видеть. Тут что у нас разрушено, вот это вот? Я не понимаю, почему я не могу это починить. А вот, ремонт кампус. Давайте. Вот это что? Библиотека, понятно. Давай сюда. Ну, здесь мы пока делаем нашу бомбарду. Тут пока мы ничего ремонтировать не будем. Так, поплыли у них еще строители, да? Давайте на них тоже поплывем. Хорошо, что я здесь был, заметил. Строителей мы можем у них забрать. А науку нам надо восстанавливать. Сейчас мы уже дойдем до угля. И опять пойдем в военную технологию какую-то, наверное. Че, братцы-кролики? Нет, они уплыли. Значит, стоим здесь. И будем сейчас-то достраивать и вырубать леса здесь, скорее всего. Потому что третьего нам не дано. Также мы можем еще нефть вот здесь забрать. Ну да, в принципе, нам хватит ходов, наверное. Ключевые слова агрессивные. Индустриализация у нас завершено. Отлично. Давайте переходим тогда, знаете, куда, я думаю. Канализация, жилье, да? Медик нам не нужен. Колодцы получают один к жилью, один с ходов канализации, да? ПТ-команда. Зенитная пушка. Пулеметная рота. Танк вообще нам сюда надо, да? Так, давайте канализацию сначала, потом уже дальше подумаем. Это мы восстанавливаем.
Да даже вот день здесь сейчас вырулим, да и все, в принципе. Ты боевой готовности давай. Будь. Научное соглашение. Да ты что-то не особо-то развит. Давай 10. 5 за пряность. Давай 10. Ну ладно, ладно, давай за 5. Хоть так. Железо хотят, да? У нас его 2, но в принципе у нас его там дофига еще. А если 10? А если 15? Ха, вот это интересно. А если 20? Ладно, давай 15. Вот это здорово сейчас. Неплохие такие переговоры у нас прошли. Так, ты сюда идешь? Тут еще не скоро. А это кто пришел? Кто в кого стреляет? Я не понимаю. А, это Хатусов, воины. Давай. Отлично. Готова пушка. Теперь ты идешь за нефтью. Пушка готова. Что нам надо? Древние стены, это минимум. Эти уплывают. Ну давай сюда. Стоим. Отлично. Тут к нам гости пришли. Но это нам не страшно. Наши бравые казаки довольно-таки хорошо обороняют Москву. Да. Надолго это будет, но ничего не поделать. Так, что у нас тут? Рынок завершено, да? Довольства нету, да, у них довольства. Но довольства я пока не могу ничего сделать, извините, ребят. Банк, университет, водяная мельница. Риса у вас тут нет. Виноград, да? И селитра. Ну, давайте университет. Ох ты, ё-моё. Вот это номер. Катапульта подъехала.
Они все не прекращают. Все еще хотят отбить Москву. Еще одна катапульта тут едет. Ну ладно. Кстати, я думаю, знаете о чем? И в заключение несколько слов о божественном праве и королевстве. Так, если мы сменим на монархию. Золото от торговых путей, но нам не так нужно сильно, в принципе. Так. Вот это можно поставить, пока у нас идет война. Да, будет, я думаю, лучше. Потому что не так уж и много. Так, это у нас Москва. Давайте военный лагерь, короче, построим. И все, и это решит нашу проблему, я думаю, вот здесь. И это будет быстрее. Тут мы делаем гильдии. Потому что я запарился отбиваться уже от этих назойливых бразильцев. У них такое впечатление, что войска вообще никогда не кончаются. Так, право прохода, селитру. Нет, селитру не дам. Стой, обороняйся, все хорошо будет. Отлично, наш строитель доплыл до нефти. Скоро уже, да в этом ходу даже сейчас закончится у нас кампус. И мы продолжим улучшать все остальное. Так, а мы нефть еще не знаем, что ли? У нас уже одна есть. Видимо, не знаем. Стой пока вот здесь. Нет, никуда не ходи. Стой здесь. Так, Смоленский. Библиотеку ремонтируем. Здесь стены пока не делаем. Мы делаем ремонт 68 ходов. Не, ребят, не. Тогда уж стены сначала. Опять. Они достали, если честно. Они мазохисты, по-моему. Еще где-то? Да вроде бы нет. Вот это хитрейший план, который я видел. Только он не сработает, я думаю. Не на тех они напали. Ожидал такого от наших казахов. Они еще и лечиться встанут. Это вам не что-нибудь кому-нибудь показывать. Да, давай 10. А 15. А, ну ладно, 14. Ну чё ты как этот? 13.
Ну ладно, 11 уговорил. Только 10. Ну давай, 10, ладно. Деньги нам нужны. Наша пушка готова. Сделать еще одну вылазку. Здесь нам надо ремонтировать кампус. Ну ладно, по одному выстрелу мы все равно делать будем. Ни одно изобретение за последние 200 лет. Мы исследовали это все дело, да? Так, стоп. Ты давай разок шандарахни по городу. А теперь давайте посмотрим авиация, в принципе, аэродром. 13 ходов, да? Ну давайте авиацию, да. А тут у нас строители завершены, да? Строители нам нужны были где? Вот здесь, по-моему, да? Пойдем сюда. А также вот здесь, Соликамский, нам надо построить. Рис, наверное, и бананы еще, да? Вологде. Что нам надо в Вологде? Довольство у них есть. Давайте арену им построим сразу же. Разграблен кем? Да нет, я не дам тебе селитру. Прости. Какие-то масштабные мои боевые действия здесь идут, блин. Да, а чё ждать тогда? Давай вот так сделаем вот сюда. Кто грабит, я не вижу. О, привет. Гарго. Это кто? Ацтеки. Это понятно. Как они грабят? Просто тайными операциями, скорее всего. Больше я не знаю, как они еще могут грабить. Отлично, войска еще один готовы, да? Куда мы войска эти поведем? По идее, давайте сюда. Тебе надо тут в Белеме, как вообще дела обстоят? Еды у них мало, да? Давай сначала вот это вырубим. Тут, да, тут плантацию давай. В Санкт-Петербурге. Довольства у нас мало. Жилье у нас пока есть. Банк советует. Давайте торговцы сделаем. Ты отдыхай. Так, у тебя сколько
Три, да? Да, три действия, ладно. Великий Рим обращается к вам с предложением дружбы. Да, отлично. Мы дружим и с Римом теперь. Так, производство, нет, давай вырубай нахрен все. И в Белеме мы... Довольство у них вообще все плохо, да? Но мы тут можем... Да мы ни черта не можем, да? Давай строителей сделаем еще тогда. Ты иди восстанавливай вот это. Нет, я не дам тебе селитру. Я к этому так усиленно шел. Да, ты иди сюда. Ты все, стой на страже. В принципе, можно было его оставить где-нибудь здесь. Давайте, наверное, так и сделаем. На границе город все-таки находится. Отклонить. Не хочу я мир, я хочу форталезу. После форталезы поговорим. Мне надо, чтобы выход у меня был сюда. На вот эти вот ихние города. Так, древние стены здесь завершены у нас, да? Как у нас тут дела? Довольство. Ну, довольство. Культура только у вас тут, по идее. Больше ни черта нет. Ну, долго ремонтировать. Давай торговца лучше. Даже вот прямо вот сюда вот можно встать. Чтобы смотреть, что у них происходит. Да, давайте подружим с вами тоже. Ну вот, в общем-то, все с нами дружат. Они же не в курсе, из-за чего у нас война с Бразилией, правильно? Поэтому их это касаться не должно. Это наша война. Они познакомились со мной, когда мы уже воевали. А бомбарду все-таки жалко вот в данный момент как раз. То, что она бы нам очень помогла. Потому что так слишком долго мы ждем. Эту форталезу гребаную. Но тут ничего не поделаешь. Мы осаждаем ее уже не первый десяток лет, так скажем. Надеюсь, она стоит того. Давай откатываемся опять. Так, ты дошел, да? Молодец. Тут у нас что сделалось? Банк еще можно отремонтировать. Давай центр коммерции сначала. В Смоленске надо все ремонтировать. Усиленно причем. Да не хочу я мира с тобой. Я форталезу хочу. Еще к нам какой-то пришел, да? Сулейман. Ты кто? Арабы к нам. Саладин. Ты почти угадал. Я уже не помню, как зовут лидеров всех. Так, мы чиним.
И у вас еще два хода. Два хода, два хода. Где у нас долго что делать? Вот здесь, в принципе, да? Да и там немало. Но давайте сначала здесь разберемся, я думаю. А вот и бразильцы. На каравелле. На капере, точнее. А у нас каравелла. Как-то они смело приплыли. Так, в Казани. В Казани что нам надо? Нам надо довольство, да? Но в Казани мы не можем сделать довольство. У нас мало денег. Давайте торговца еще одного. Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы будем заканчивать данную серию. Тоже повоевали, начали уже более-менее хорошо себя чувствовать. Войска у нас на границах стоят, хоть и малочисленные, но все равно... И уже, думаю, за следующую, либо за еще одну серию мы все-таки Форталезу заберем. Потому что нам надо ее каким-то образом забирать. До свидания. До новых встреч. Цивилизации.